очень много активности последние годы, связанные с выступлениями, лекциями, с такими форматами, где ты можешь поделиться опытом. Вот это для меня реально крутая история. Это то, что и полезно, и интересно мне, потому что, рассказывая, я систематизирую свои знания, и я чувствую в этом смысл, потому что, действительно, прожив что-то, я могу, наверное, правильно донести эту информацию до людей, которым она вот вдруг попадет в нужный момент их жизни, могу чем-то помочь. И вот это действительно интересная для меня история, и я развил эту часть своей активности до буквально каких-то космических размеров, сейчас делая курс, не делая, а, собственно, ну, я куратор по программе курса MBA по специализации индустрии развлечений в МГИМО. Это очень серьезный вуз, это очень серьезный курс, очень серьезная методология положена в его основу. И то, что у меня в голове по разным полочкам, а иногда просто в таких темных углах лежало с точки зрения знания, понимания каких-то отдельных составляющих моей продюсерской профессии, сейчас пригодилось, будучи систематизированным уже. И, там, не знаю, мои отношения, например, какие-то мне вот в этом проекте удается конвертировать в набор лекторов, спикеров. То есть здесь прямо вот нарастает мясо, причем я вижу в этом действительно какую-то здоровую такую даже научную составляющую, потому что большая проблема, ну, на мой взгляд, в России сейчас заключается в том, что все, что связано с развлечениями, делается на глазок, очень часто основываясь только на некой вкусовщинке тех, кто... Даже не те, кто делает чаще всего, а те, кто вкладывает деньги. И те, кто делает, может быть, имея какое-то более продвинутое понимание, все равно вынуждены руководствоваться, так сказать, задачей заказчика. Вот эта ситуация, она как раз... Ну, не то чтобы требует, она, ее можно каким-то образом конструктивно менять, если применять логику, методологию, так сказать, научную, мировую, принятую в мире, приносить сюда знания мировые и систематизировать те, которые накоплены здесь в России лучшими специалистами. Вот такой массив информации может быть очень полезен и интересен, и полезен в практической плоскости. Вот этим вот сейчас, так сказать, занимаюсь. Такая активность публичная мне, правда, страшно нравится.